Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня у меня небольшой обзор моего маленького заказа из компании Faberlic по седьмому каталогу. В седьмом каталоге появилась вот такая соль. Это разные виды. Значит, датская соль подкопченая, альпийская с розмарином орегано, австралийская для ароматного стейка и норвежская для рыбы. Их было всего 6 видов. Уэльский и неаполитанская. По-моему, с тимьяном и базиликом, точно сейчас не вспомню. Но я выбрала именно эти 4. Соли ароматные, запах очень приятный такой. Здесь вот немного просыпалось, но так она не сыпется. Ну, возможно, при упаковке это произошло или что. В общем-то, по аромату пока я довольна. Посмотрим, как это будет в деле. Как заявлено, это какая-то правильная соль с низким содержанием натрия. Далее повторила вот такой бальзам и шампунь. В каталоге они шли в наборе при покупке бальзама и шампуня, скидка. В общем-то, у меня подходит к концу, и я решила повторить. Далее взяла вот такой гель для душа Япония, юзу и шиса. Аромат очень летний, такой цитрусовый, лимонный. Мне, в общем-то, очень понравился. Покупкой довольна. И взяла вот такой омолаживающий крем для шеи и декольте. Здесь 75 мл. В общем-то, как указано, нужно наносить утром и вечером на очищенную кожу шеи и декольте легкими движениями. Курс не менее 2 месяцев. И, как заявлено, корректирует возрастные изменения, интенсивно питает и восстанавливает кожу шеи и декольте. Также положили вот такой 8-й каталог, который будет действовать с 24 мая по 13 июня. Каталог яркий, такой красочный. Я его немного уже посмотрела. В общем-то, такие яркие, сочные наряды летние. Новинка появилась в каталоге — корм для животных, но пока только для кошек, для собак корма нет. В общем-то, вот такие корма, не знаю, хорошие они, честно говоря, или нет. И вот такая пудра, снова с приличной скидкой. В обычное время эта пудра стоит 1300, сейчас ее можно взять за 399 рублей. Мне пудра, в общем-то, понравилась. Вот такой небольшой заказ по седьмому каталогу. Всем пока-пока, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, буду очень рада.